Ребят, огромный всем привет, дорогие мои зрители. В самом начале своего обзора я пару слов должна, вынуждена даже сказать. Есть такая зрительница у меня под ником «Рваные паруса» и «Ежи с ними», да? Много там, я вас ники не запоминаю, где-то до десятка человек я таких насчитала, которые пишут мне и пишут, и почему-то претензии в мой адрес. В адрес Юли звучат эти претензии. Собрала деньги, бессовестная, ей веры никогда не было и раньше. Такую сумму и клялась, и божилась, что отчитается перед нами и покажет машину, которую купили ЗСУ, и передачу этой машины. Месяц прошел, и тишина, никто ничего. Я диву даюсь. Я, конечно, там пыталась отвечать, но я всем, ребят, у меня чисто нет времени вам всем отвечать. Я сейчас буду отвечать так, как думаю, слов не выбирая. Угомонитесь! Вы думаете, это вам базар? Пошел на базар, купил селедку, пришел домой, вот она красивая, могу продемонстрировать. Вы считаете, это так все делается? Юля очень честный, порядочный человек. И если вам до сих пор еще ничего не показали, значит, еще не время. Я не знаю, что там происходит, но мне кажется, это не такой быстрый процесс. И слышала я, что Юля говорила, что бывает и обманывают, бывает показывают одну машину, видео или фотографии, приезжаешь на место смотреть, а оно там барахло, ржавое, драное, старое, вообще не то, какая-то раздолбайка, а не машина. Что-то там, наверное, есть какие-то задержки, вы не можете подождать, все вам покажет и все вам расскажет. И хочу вам сказать, вот все те, кто сомневается в порядочности человека, мне кажется, вы равняете всех по себе. Еще раз, успокойтесь. А самое большее, что меня задело, где наши деньги? Где наша машина? Ваша? Вы сколько там пожертвовали? Сколько? Какую сумму вы пожертвовали? Что вы обливаете человека грязью и подозреваете его в каких-то нечестных поступках? Я, правда, не хочу даже думать, что это украинские зрители. Ужас, диву даешься. Просто диву даешься. Угомонитесь, еще раз вам говорю. Наберитесь терпения и подождите. Уж кто-кто, а Юля все вам покажет, всему свое время. Ну, я искренне в это верю. Я буду этого человека, эту девушку защищать всегда. Вы все взрослые тетки, вы неужели не видите, у вас опыт жизненный есть какой-то? Вы не понимаете, не разбираетесь в людях, кто перед вами? Вот эта вот фраза, не было доверия с самого начала. В такой степени неприятно это все читать и понимать, что такие люди существуют. Знаю, что Юля вместе с мамой смотрят, наверное, периодически, да, не на постоянной основе, мои обзоры. Но если посмотрите, девочки, сейчас к вам обращаюсь. Я, к сожалению, не знаю, как зовут Юлину маму, поэтому не могу обращаться к ней по имени и отчеству. Юлечка, и вы что-то там Самвелу, Юль, объясните, пусть он передаст зрителям. Я понимаю, что какая-то просто задержка. И обязательно вы хотя бы какие-то там фотографии, да, которые покупали вот машину, вы продемонстрируете. Но дабы избежать, да, вот этой вот ситуации, покажите им. Пусть успокоятся уже и спят спокойно. Ой, нет слов просто. Ребята, я делаю свой обзор на видео Самвела Адамяна, притом не на одно видео, ну так получается, свои выводы какие-то из увиденного. Было название у Самвела там такое, та, у которой нет аппетита. Ребят, два слова всего лишь скажу. Ну, гет лежала на кровати, додихала. Я про бабу та. Ой, нема аппетиту. Ну, вообще, їсти не хочу. Нічого не хочу їсти. Гет не хочеться їсти. І тільки привезли на їх грінь, ребята.
тільки стіл накрили, Боже, ремигає за троїх мужиків. І те дайте, і те підсуньте, і оте хочу, а оте пахне. І мільчає, і ковтає, як гендичка ота. І хліб тяне, і вообще без розбору. Можна і чути, нельзя, і жрет, і жрет. Коли ти вже нажерешся, я не знаю. Як можна скільки жрати, заглатувати скільки їди, якого розміру там той желудок, чи до мочового пузиря він розтягнут у неї. Ребят, ну мені сложно, ну я не бачила, у мене ж є якесь окруження теж, є якісь родственники, приятелі, друзі, однокласники, сусіди, де-то ми за всю життя пересікаємося, общаємося, за одним столом сидимо. У мене Андрій, взрослий, здоровий мужик, він їсть два рази менше, ніж баба Таня. Я не знаю, як можна стільки жрати. Ну, правда. Може, глистів треба вивезти? Може, Самвел, ну, подумай на цю тему. Може, там глисти? Ну, я не знаю. Ну, чесно. І жаре, і жаре, і жаре. Ой, Господи, ти Боже твій рідний. Нема слов, нема епітети, всі красочні слова, все закінчилося у мене, дівчатка. Шов сьомий день. Седьмые сутки пребывания на ігрені. Оце, Светочка, ти вилипла, да? Оце, дітка, тобі досталося. Ой, мабуть, Света пожаліла, що вже вона начала з днюхою цю праздновать цей день рождения. Лучше б і не починала. Дівчатки, а якщо серйозно? Починає з п'ятниці? Я правильно розумію? П'ятниця, субота, воскресенье. Потім були перед наденными диагностиками, анализами. Вот когда жрала она все подряд, эта шупечка, и Самвел назвал видео, да, вот та, в якої нема аппетита. Теперь вот слышу, Самвел говорит про анализы Нади, про диагностику, про УЗИ, и сердце, и кардиолог, и анестезиолог с ней разговаривал. Вот они едут опять и снова в машине едут. На улице ночь полночь, темень просто стоит на улице. Ребят, вони опять и снова в машине. И опять на ігрень. Да, я увидела и услышала. От меня это никуда не ушло, девочки. Я не пропустила, что еду готовил Самвел. Взял и паштетик, взял огромную такую бадю, цілу того плова приготовил. Замечательно. Только чего вы опять претесь к этим людям? У вас що дома стола нема? Стіл є? Чого ухірями не повернуть той стіл торцевою стороною к зеркалу на кухню? Или можна і в комнату занести, перед диваном поставить, якщо вам так необхідні ці посиділки? Так і жріть там. Пригласіть і Свету к себе. Сева, а чого ти в своїй квартирі стол не накроєш? Я не можу врубитися. Ліфт на 14 этаж к Надюхе, де вона зараз обитає в Коліній квартирі, ходить? Электроэнергия есть? Лифты не отключены? Нет. А что вы там стол не накроете? Какого фига вы претесь опять на игре? Вы издеваетесь с людей? Ну, в прямом смысле слова. Я вспоминаю тот случай, когда Самвел рассказывал, когда он в Башкирии жил, да? И когда он пристал к одним людям, типа дружить начали. И все ходил и ходил. Каждый день ходил к ним и ходил, и ходил, и ходил. Девочки, пока его просто не выставили за дверь и сказали, хватит к нам ходить. Мужик уже, муж там той женщины, уже просто не выдержал. Сев, ты дожидаешься такого же случая? Ты хочешь, чтобы такая же ситуация сложилась? Ну да, сытники как-то от тебя зависят. Мы это все прекрасно понимаем. Пусть я не верю, что Самвел прям за свои деньги покупал им весь дом и ремонт делал, но, скорее всего, какую-то часть денег занимал. Ну вот я так понимаю ситуацию. Они, наверное, как-то уже или рассчитались, или до сих пор этот процесс идет. Но они рассчитываются этими деньгами. Я никогда не поверю, что Самвел будет дарить такие суммы денег. Непонятно кому, абсолютно чужие люди, эти сытники для Самвела. Ну, по-дружески помог как-то, да? Но это не значит, Самвел, что они всю жизнь будут заложниками ситуации. И ты в наглую, когда тебе вздумалось... Ночь полночь, среди ночи, выходной, праздник, будень день. Ты мамку свою берешь и прешь туда до людей.
Сколько раз мы такое наблюдали, они приезжают, Света болеет, она лежит в кровати. Вставай, давай, вставай, Света! Двери открываются без стука в комнату к Свете в спальню. Ольга Леонтьевна спит, а чого це ви розляглися? Давайте, вставайте. Тут Митрофанушка придурочный, наглый до такой степени, якщо він камеру включив і телехвончик держи, все быстро построились. У них все так, ребята. Я понимаю, что Самвел знает этих сытников как бесхребетных существ. Вот в них нет стержня. Они не могут ему перечить. Севочка это вкурил. Очень тонко это понимает. Сева, не на мене ты нарвався. Серьезно. Так себе люди не ведут. Харе уже. Хватит. Это наглость. Это наглость. Я буду кричать. Самвел, ты наглый. Ладно, баба Таня ни хрена не соображает. Вот я говорю, девочки, сейчас с херямы спрос меньше всех. Она подневольный человек. Ей что сказали? Вона те и робе. Вона, конечно, залюбки, с оговорочками. Но ты ей тільки скажи, что там, десь будут кормить. Ой, впереди паровоза. А сейчас бачу в пижаме. Розовая футболка, это что такое? Это пижама. Пижама, штанишки к ней, к этой розовой футболке есть, это пижама. Спала, тиждень таскала, вонючей, засаленной, приперлась. С помятыми подмышками, с желтыми, понимаете? Мама, сними куртку, что ты сидишь в этой куртке? Сняла куртку, Леонтьевна сидит открыто, ржет. Девочки, пересмотрите эти кадры. Ольга Леонтьевна смеется уже с этой шупечки. Я представляю этот внешний вид этой футболки. Это же караул какой-то. Вижу темно на улице. Едут, ребята, опять едут на Игрень с пловом на этот раз. Зина приболела. Встала с утра температура и каже, мені по телефону нема кому сходить. Так погано себе чувствує, укрилась і лежить. Поміряла температура, а що ж робить? Не проходить температура, пролежала півдня. Винуждена була йти сама в аптеку, очень плохо себе чоловік чувствує. Зіда позвонила їй після обіду. Ну а що робить? Ах ти ж кобила, ти неблагодарна. А? Ти не могла Самвелу позвонити і сказати всім. Ну, купи щось в аптеці від температури. Може, той тест треба зробити. Сама, самісінька, одинокая женщина, это Зина. Много там вопросов задавали в комментариях, почему Зины нету, мы ее не видим, она не является. Она заболела, ребят. Она тупо заболела. Ну и потом. Как я считаю, девочки, есть еще один фактор. Когда Надька приезжает сюда, Зина старается не контактировать вместе с ней, да, и не дышать одним воздухом на одной площади. Потому что вот они друг друга недолюбливают. Но это есть, это чувствуется через экран. Люди терпеть эти тетки, ну, друг друга не могут. И Зина старается как-то ликвидироваться, пока Надя в Днепре присутствует. Но сейчас она заболела. И Самвел было еще полдня. Он мог бы как-то поучаствовать, да, якусь таблеточку купить, той тест купить, ну как-то человеку одинокому помочь. А херями что, ребят? Главное, чтобы ее кружили. Главное, чтобы за ней ухаживали. Главное, чтобы ей внимание уделялось. А что та Зина? А хрен с ней. Лежить? Ну и нехай лежить. Вот это вам цена дружбы, о которой Самвел говорил. Зина с нею друже. Це мама Зинина подружка. Чо це їй должен букети на 8 марта дарить? Я не обязаний. Вона по-дружески виносить мусор. І скупляється в магазині по-дружески. Препарати лікарственні носить по-дружески. Гамно і бумажки туалетні, весь мусор, памперси засцекотні виносить по-дружески. Приходить жрать готове мамки по-дружески. Більйо розвішує по-дружески. Купає її, да, по-дружески. І все по-дружески. Ну, звісно, Самвельчик. А тепер по-дружески. Твоя ж мамка теж подружка Зіни. Де ваше участие? Це ж подруга Зіна, мамки твої. Ти ж сам казав. Бессовестные люди. Боже, какие же наглые эгоисты. Какая-то херяма эгоистка, ребята. Так же нельзя жить.
Ну так нельзя, вы же среди людей живете, почему вы ожидаете только для себя участие какое-то и внимание в вашу сторону? А где отдача? Пахно. Ой, так пахно в машине, хлебушком свежим пахно. Это, оказывается, лаваш этот горячий, которым был накрыт этот плов в этом казанке. Ой, пахно, так же ж пахно. И шо, Надя, ты не чуешь? Значит, в тебе нюху нема, поганий, Надя, в тебе нюх. А я ж так чую, так пахне. Блять, вечно голодна. Ну, вечно, сука, голодна. 7 раз в день давай їй жрати, як свиноті. Воно все равно голодне, девочки. От корита, от тащить вообще нельзя. Спав би, їв би, спав би, срав би, срав би. Оце Васильевна. Вот это я нарисовала ее портрет. Ребят, впервые сегодня скажу эти слова. Я могу ошибаться. Что мне показалось? Напишите в комментах, права я или нет. Вот эти вот разговоры именно Самвела. Сейчас, Самвел, буду говорить про тебя. Ой, даже не знаю, с чего начать. Вопрос задает Надя. Надя, ну что там, все тебе проверили? Надя была в больнице, там врачи смотрели, диагностики делали, я уже об этом сказала. Да, говорит Надя, и то сделали, УЗИ делали, и УЗИ сердца делали, кардиолог смотрел, и печень поджелудочная, и желчный пузырь, селезенка, все хорошо, все нормально. Живая, здоровая. Здоровее всех здоровых, понимаете? От як це я думаю, говорит Самвел, от странно. Що тебе странно, Самвел? От як таке може бути? Така жирна ходила, лантухи оті, фартухи тіліпала всю жизнь. Жирна ходила, нажирала все життя і все здорове. І нічого не пострадало. Сєва, а ти від сейчас не по-доброму все сказав. Это зависть? Мне показалось. Я не услышала позитивной ноты в этих словах. Вот мне кажется, ребят, что он завидует не по сравнению с собой, нет, а с матерью. Что у херями все плохо? А Наді, что не зроби? Як ту Надьку не перекрути, не продіагностируй? Яке здоров'я не копни? А в Надюхи все хорошо. Як таке може бути, блін? І чого це вона, блін, здорова? А? Сєва, я права? От інтересно, от як це таке може бути? Мене це немножко как-то покоробило. І мені було, от іменно від Самвела, как-то неприятно це слышати. Ребят, можу ошибатися. Ви у мене наблюдательні, прозорливі, ви все видели, слышали, все понимаете, розбираєтесь. Напишіть в коментах. Дай Бог, чтобы я ошибалась. Приїхали, слава тебе, Господи, на Игрень со своими казанами. Ви радость на лицах ситников заметили? Я не. Света мовчить. Старается підхихікувати саме. Света, мы приехали, Света. А Света тупо молчит вообще. Света ничего не говорит. Вы и вот тут уже. Вот тут. Подчеркиваю. На дворе ночь. Я не знаю, сколько времени. 7-8 вечера, 9-10. Они не имеют никакого значения. Люди хотят отдохнуть. Ужас. И опять и снова накрываются столы. Херема опять за столом. А, ось що пахло. Ось що пахло. Лаваш с риса, с этого плова. Ось що, я ж тобі казала, оце пахло. Можна кусочок? Опять и снова. Опять и снова, девочки, опять те жгребла лезут сюда, в общий котел, опять ломаются этими грязнючими руками этот лаваш, опять пхая себе в ротяку. Надюшка, як скілочка. Света, 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 нам у тебе дуже нравиться, Света. Ой, мама мія, кургуду. Ну, молодці, каже Света. Хорошо, нравиться. Значить, сказала Света, енергія хороша. Ну, енергетика
наверное, имелось в виду в доме, да, Света. Девочки, не буду дальше комментировать, перечислять эти блюда. Скажу только, что мамка верещала, как різана. Бо скумбрию соленую поставили на другий кінець столу. Самвелка, 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 подай мне. Люди сидят, разговаривают здесь. Самвелка, подай. А ей плевать вообще. Она будет перебивать, она будет перекрикивать. Главное добиться своей цели. Самвелка сказала, подай, 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 Самвелка, Самвелка. Говорит, да ты из горла, блин, достанешь. На, на, жри, на. Кусочек, один кусочек мені, я візьму один кусочок, а потім сиди хоч до ночі і розговарюй. Мені ж нічого, нічого, мені не треба нічого, мені тільки оцей кусочок. Щоб тебе розірвало, чесно. Ребят, глядя на от этих голодающих, я замечаю за собой, що я вообще перестала їсти. Я не знаю почему, но мне кажется, эти видео на меня отпечаток накладывает. Я не знаю, как на вас. Кто там хочет похудеть, рекомендую к просмотру. Аппетит отобьет напрочь, ребята. Вот сегодня я пошла в кафе специально. Не дома. Выпила чашку кофе без ничего, без сахара. Сейчас у меня 2:30. У вас 4:30 вечера. Я еще ничего не ела. Я не хочу. Я когда вижу вот эту харю с грибковыми руками, мне никакие продукты не в радость. Это ужас. Такие ощущения у меня впервые. До скорых обзоров, дорогие мои.